Горыжников приглашает Фому в свой загородный, охотничий домик, чтобы в тихой обстановке найти пути выхода из кризиса. Софья и Эрнест предполагают, что это ловушка. Фома в этом даже не сомневается, но смело едет. Он уверен, что выйдет из западни победителем. Виталя приглашает Арину на свидание, но ее заставляет задержаться весьма пикантная причина. Из оргкомитета Золотой Маски приходит очень неприятное известие, и Фома решает максимально деликатно рассказать эту новость.